Всем привет, сегодня видео Володя Страшный. Ну а кому не нравится ленточка, идите нахуй. Это ИЖ Юпитер 5, переходной, 86 года выпуска. И сейчас на нем мы с вами поедем в магазин за хлебом, батоном, кефиром, молоком и пряниками. Надеюсь, понятно. ИЖ Юпитер очень полезная и надежная машина. Но если она ломается, значит вы сам или сами долбоебы. Больше мне сказать нечего. Поэтому я сейчас в свойственной себе форме и манере поведения и движения возбуждаю этот двигатель. Ну и конечно же едет. Вкратце расскажу о том, что ИЖ Юпитер 5 мне лично нравится не менее, чем планета. А точнее я скажу, что он мне нравится в равной степени вместе с планетой. Просто у этих мотоциклов немножко разное назначение. И поэтому сравнивать их как бы некорректно. Надо под собой четко подразумевать, что он не сам поломался, а поломали вы его при какой-то эксплуатации. То есть вот он был рабочим, да, стоял, взял и поломался. Такого не бывает, ребят. За редким исключением. Это исключение включает в себя то, что вы на нем ехали в последний раз. Поломался он, но еще стерпел и довез вас там, да? А потом на следующий день вы пришли к нему, без Б даже и без А. Попытались запустить, а он вам хуй показал. С бантиком посередине. Ну, объяснил я, да, почему он оказался-то поломан. Ну вот мы приехали в магазин. Пойду-ка я куплю себе вкусняшки. Ой, вот только не надо пиздеть, что у меня плохое настроение или вообще какой-то я злой, да? Откуда вы можете это знать? Мне тоже так показалось, но я это даже сам за себя не могу с уверенностью сказать. Уж там это, диванные эксперты, уж, пожалуйста, помолчите. Ну, в принципе, можете там говорить-то говорить. Но похрену мне, сами знаете, как всегда. Вон они, два барана встретились, сука. А один косит нормально, а второй почему-то ехал, сука, не мог подождать. Дебилы, блядь. Ну что, всем спасибо, всем пока. Вот я и приехал. Блять, подножка-то какая. Откидывающаяся сразу сама. Блять, а как ее удержать? Это, блять, засада. Прошло 5 минут, я приловчился, удерживая пальцем вот этой правой руки. Засунул как-то ногу, стоя на одной, другой. О, второй, блять, сука. Ух, нихуя себе. А как его поднимают люди? Блять, а если ты школьник, блять, и тебе 15 лет, и весишь ты 56 килограмм или меньше, сука, это пипец. Вот вам рыжак, боковая подножка обязательно необходима. Ай-яй-яй.